Девчонки, покажу, как приготовить ролл с копченой семгой. Это очень-очень быстро. Я взяла один круглый лавашек. Можно брать абсолютно любой формы, большой, прямоугольный, что есть под рукой. Выкладываю немного листьев салата. Салат, опять-таки, любой берете по вашему вкусу. Огурчики порезала тоненькими пластинками. Тоже по вкусу кладете, сколько вам нравится. Вот у меня 5 кружочков. Теперь соус тартар. Немножко соуса наносим. Соус тартар очень-очень хорошо сочетается с рыбой. И у меня есть немножко копченой семги. Лосось, семга, что там у вас есть, форель. И выкладываем рыбку. Измельчаем на удобные кусочки, вилочкой разделываем. И теперь заворачиваем в рулетик.